На Московском шоссе в Твери идет установка нового металлического барьерного ограждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Как отмечают муниципальные власти, места установки ограждений выбирались в соответствии с нормативными документами, а также исходя из аварийности. Напомним, одно из наиболее серьезных ДТП произошло на Московском шоссе в конце ноября этого года. 18-летний водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате инцидента он погиб на месте. Установка защитных конструкций поможет улучшить ситуацию с аварийности на данном участке дороги. Ограждение устанавливается на определенном расстоянии от проезжей части, так, чтобы не создавать помех и угроз безопасности движения пешеходов по обочинам. Ориентировочно работы продлятся в течение ближайших 2 недель, сообщают городские власти. Всего будет установлено более 3,5 километров такого ограждения. В первую очередь в местах, где возможен съезд автомобиля с дороги. Также нами будут приняты меры к ограждению тех мостовых сооружений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.